Итак, Урицкого обещают, по-моему, 30 октября его официальное открытие. Сейчас уже вроде бы как все к концу подошло. По крайней мере, женские и детские колготки здесь уже громко звучат. Ну и сделано уж, наверное, почти все. И денечки последние теплые. Да, вот почему смещены вот эта вот центральная ось смещена, это вопрос интересный. Ну ладно, об этом мы поговорим позже, о самом благоустройстве. А сейчас вот мы оказались на Урицкого, Иркутский Арбат, можно сказать, восстановленный, отремонтированный. А народу-то много уже, по сути дела он живет. Так что я сейчас сделаю? Я открою новый сезон улицы Урицкого, сяду и буду здесь сейчас рисовать. А почему бы и нет? 13 воскресенье, октябрь 2019 года. Ну, прямо здесь вполне конкурентоспособное место. Место вполне конкурентоспособное стало 130-му кварталу, и я должен сказать, что мне здесь больше нравится, чем мне здесь больше нравится, чем в 130-м квартале. Правда, всегда это место было более торговым, потому что там рынок, он центральный. Мне чем оно нравится, что здесь-то все-таки Иркутск более-менее настоящий. Вот. Здесь место более традиционное, здесь нету той вот фальшивой мишуры. Откровенный торгаш вот такого откровенного, наносного. Оно здесь, если и есть, то оно традиционное такое, иркутское. А вот это вот, а здесь-то, елки-палки, могли бы вообще вот этот вот пассаж-то стеклянный. Здесь же был стеклянный пассаж до революции. Чё ж его не восстановили, жалко. Ну ладно, будем надеяться, еще сделают. Ну до 30-го навряд ли. Вот как жалко, что мы не видим всех этих планов, что мы не видим... Почему бы архитекторам, тем, кто этим занимался, они что, стыдятся, что ли, или что? Почему бы не вывешивать свои проекты? Ведь на все на это сделан проект, нарисованный, в общем-то, картинки какие-то, демонстрационный материал есть. А почему это не показывать? И мы бы знали, вот будет так, заодно мы бы контролировали, как жители, мы бы контролировали, насколько строители соответствуют задумкам архитекторов. Вот не знаю, у меня такое впечатление, что наши архитекторы побаиваются показать народу свои вещи по той причине, что боятся критики. Мне кажется так. Хотя, ну, дело хорошее, отремонтировали. Ну, за какие деньги, это отдельный вопрос, это вопрос к ФБК. Ну, стало почище. Что, девушка, хотите сказать про улицу Урицкого? Скоро будет открытие, вот и посмотрим.
Там такие странные украшения сверху. Странные. Очень. Как их назвать-то, я даже не знаю. Вот эти, не болейте, сейчас вам голода. Вот эти места. Города. И совершайте покупок на голодный желудок. И тратить денег на дорогой ресторан. Ступайте лучше прямо к нам. Чтобы наши есть всегда для вас домашняя еда. Приглашаем домой ладошка. Вкусная домашняя кухня, горячая. Напитки, звуки и компоненты. Это наши скромные порции, огромные. Не проходите мимо, добро пожаловать нам. Thank you.
Thank you.